Сияет солнце над водою, и лучики искрят в глаза. Как хорошо, что есть такое, и в этом мире мы друзья. Пусть волны плещут, ветер дует, растет трава, цветут цветы. Меня все это так волнует, ведь в этом мире я и ты. В избытке сил обновления, познавшая радость и любовь, в простом ты видишь все творение и к жизни новой вновь готов. 17 июня. День Андрея. В этот день отмечают память нескольких Андреев. Архиепископ Крицкий, Рублев, иконописец, и Боголюбский. Святитель Андрей Крицкий написал много богодуховных писаний, украсил церковь песнопениями и почтил многими похвалами Пречистому Деву Богородицу. Андрей Рублев принимал участие в росписи Успенского, Благовещенского и Троицкого соборов. Андрей Боголюбский способствовал распространению христианской веры, создал более 30 храмов. Сегодняшний день в народе называли наливы. К этому времени на полях спели, наливались озимые злаки. И по их спелости судили о будущем урожае. Частенько в это время шли сильные дожди. Для крестьян сегодняшний Андреевский дождь был очень желанным, так как помогал получить богатый урожай зерновых культур. Приметы. Говорили, на Андрея овес до половины дорос. Если овес рос плохо, это к плохому урожаю. Если много ос, зима будет лютой. Появились желтые листья на деревьях к ранней осени. Какая погода на Андрея, такой она будет и на Калинника на 11 августа.